Друзья, приветствую, с вами Станислав. У нас новое видео. Знакомьтесь, электросамокат от компании White Siberia Тайга. Мы сейчас с вами поговорим об этом самокате. Наши коллеги, друзья, уже засняли одно видео, да, там показали, об этом рассказали самокате. Кстати, приветов передаем. Мы с вами тоже сейчас поговорим об этом самокате. Очень интересно тоже поделиться с вами нашими впечатлениями, нашими эмоциями о данном самокате. Что нам понравилось, не понравилось, мы обязательно в этом видео расскажем. Итак, давайте мы с вами начнем по порядку, начнем с коробки, с упаковки. Итак, компания White Siberia, к осени 2020 года. Вы не обращайте внимания, что я, кстати, в шапочке, в кофте. Все-таки осень, прохладно, лето, к сожалению, заканчивается, оно у нас короткое. Вот. Ну что, компания White Siberia в 2020 году, в конце, можно сказать, лета, да, то есть уже осенью, не перестает удивлять, и долго она готовилась и презентовала такую модель, как Тайга. Что здесь в нем входит в комплектацию, что за самокат, мы с вами в этом видео поговорим. Итак, смотрите, такая красивая упаковка. Уже упаковка, она заслуживает, на самом деле, отдельного внимания. Сделано очень красиво и стильно, все со всеми сертификатами, Ростест, Европейский там, таможенный союз. Сбоку мы с вами видим, что вес самоката составляет 22 килограмма, по заявлению производителя, в упаковке 25 килограмм. И размер коробки 118 у нас сантиметров в длину, 52 сантиметра у нас с вами высота и 22,5 это у нас с вами толщина. Поэтому упаковано достаточно неплохо. Мы самокат уже достали, поэтому упаковывается он в плотный пластик, пенопласт, прошу прощения. Такой не крошится, в принципе, достаточно нормально, так что если будете в квартире распаковывать, как что-то лететь отсюда не будет, так что не переживайте. Давайте поговорим с вами о комплектации. Комплектация у нас с вами идет, кстати, какое-то кольцо здесь стоит у нас запасное, вроде, потому что здесь вроде стоял, но... Итак, друзья, такая яркая у нас с вами идет инструкция, здесь все написано, самое главное, важное предупреждение, информация, ознакомиться перед эксплуатацией обязательно. С вами первый раз открываю вместе эту инструкцию. Кстати, самокат очень интересен, что поставляется в нескольких расцветках. Там, если не ошибаюсь, 4 цвета. То есть на любой, как говорится, вкус и цвет можно подобрать для вас индивидуально. То есть здесь все и об обслуживании, то есть что можно, что нельзя, противопоказания, полностью характеристики, все оно указано. И гарантийный талон, гарантийная книжка, где у нас все с вами тоже прописано. Гарантия 1 год. Сумочка с набором ключей по стандартному, по White Siberia. Здесь, в общем, весь набор ключей, какой только может быть, как сказать, да? И отвертки, и шестигранники, и ключи. Все есть. И зарядное устройство. Зарядное устройство у нас с вами идет. Вот такая коробочка. Достанем. Ну, стандартный переходник вставляем сюда, в розетку. 2-амперная. Вот 2 ампера указано. 54,6. Кстати, разъем чем-то похож на разъем как Куга S3, джекпоты. По комплектации по коробочке мы с вами пробежались. Переходим к самому интересному. Это, конечно же, к самокату. Ну что, друзья, вот у нас с вами самокат. Давайте с вами пробежимся, посмотрим его. Передняя часть начинается у нас с вами и чем-то напоминает сразу, что у меня глаза бросятся. Это Куга G2 Pro. Вот эта у нас часть очень мне напоминает, прям очень схоже, но по ощущениям, по крайней мере, сделано помассивнее, чем на G2 Pro. Передняя часть у нас подвески, у нас идут здесь две пружины, вообще отличается от каких-либо самокатов, по крайней мере, которых я встречал на российском рынке серийных производств, да, то есть такого не было, поэтому интересно. Решение необычное, посмотрим, как себя будет вести. Заднее крыло у нас такое с вами идет массивное. В принципе, покрышка она закрывает. Здесь еще дырка какая-то непонятная, пока не разобрались. Может, что-то должно быть, но, по крайней мере, в комплектации мы это не увидели. Для чего она сделана, не совсем ясно. Клиренс небольшой. Кстати, интересно сразу измерить. Возьму рулеточку. Давайте с вами сразу измерим. Посмотрим, какой у нас с вами клиренс. Поставим самокатроник, попробуем. 9 сантиметров. Вот такой, ну вот так вот, вот такой вот у нас клиренс. Дека, кстати, у нас с вами интересно сделано, оно
Про резину, никакой шкурки. Мне кажется, ну, на самом деле, это намного поинтереснее, практичнее будет. Шкурка не будет стираться, внешний вид он не будет портиться, деки, по крайней мере, да, то есть и имеет также цепкое схватывание с ногой, с подошвой, поэтому интересное и правильное решение. Касаемо длины деки, полезной площади мы с вами сразу измерим. Здесь у нас с вами выходит 48 сантиметров. Ширина у нас с вами выходит 21 сантиметр. Ну, достаточно, в принципе, объемно. Здесь, в принципе, мне кажется, можно и вдвоем попробовать даже встать. Попозже мы измерим обязательно еще габарит самого самоката. Итак, давайте с вами посмотрим, как он складывается. Мне сразу, извините, друзья, наперед забегу. Мне очень интересно, как он складывается, потому что необычное решение. Здесь я не вижу с вами никакого складного... ну вот он есть какой складной, но он не складывается. Вот такая у нас с вами идет чека. Как в Сибири говорят, ее вытягиваем. Ну да, вот видите, смотрите. Вот чеку мы с вами наверх подняли, оттягиваем. Выходит у нас с вами стопорный такой вот зажим в сторону. Здесь мы с вами сжимаем. Здесь у нас идет с вами защелка фиксатора, как я понимаю. Оп, все, он защелкнулся. И поднимаем. Ну, как сказать? Что скажу? Нести долго некомфортно, тяжеловато. Вот, но приемлемо, нормально, в принципе, можно. Это вам, конечно, не ультрон, не дуатрон по весу. Вот, но габарит у него, в принципе, достаточно такие немаленькие. Он, в принципе, мне чем-то напоминает, мне сразу скажу, ассоциация реально с ним почему-то Ninebot Max'а. Чем-то он напоминает, и мне сразу, вот когда я его только увидел, у меня вот такая вот была ситуация. Не знаю почему, но вот по ощущениям. В принципе, самокат 48-вольтовый, 15 ампер-часов аккумулятор у нас с вами идет. По габаритам он похож на Ninebot Max. По заявлению производителя, максимальная скорость на данном самокате можно разогнаться в районе 40 км. И пробег на одной зарядке 50-55, да, то есть, ну, опять же, все это индивидуально и... В зависимости от того, какой вес райдер, манеры, да и место, по которому катается. Скрывать мы его не будем, потому что также наши коллеги снимали, уже показывали внутрянку. Упакован он, внутрянка у него сделана очень качественно, хорошая гидроизоляция штатная идет. Хорошо сделан аккумулятор. Аккумулятор идет в кейс в коробе. Там еще он упакован дополнительно. То есть все сделано на высшем уровне, как, в принципе, Вайт Сибири делает. Везде стоят, кстати, там пломбы, поэтому самостоятельно старайтесь туда не залазить, потому что если залезете в электронику сами, да, то есть нужно понимать, что с гарантией вы слетаете. Вот. Но тем не менее, хоть и гидроизоляция, по заявлению производителей, в принципе, в самокате очень до высокого уровня, мы рекомендуем делать все равно дополнительную гидроизоляцию во избежание каких-либо возможных там, процентов случаев попадания воды. Да, то есть, тем не менее, лучше сделать. Что касаемо колес. Колеса у нас с вами 10-дюймовые, пневматические, надувные. Очень комфортная подвеска. Здесь, на самом деле, друзья, я прокатился. Вот что-что, но подвеска меня покорила. Это, наверное, один из самых лучших на сегодняшний день самокатов моноприводных. Из самых лучших, наверное, по подвеске. Вот не побоюсь этого слова. Отрабатывают просто великолепно. Подвеска у нас с вами пружинного типа идет. Пружины у нас с вами задние скрыты в деке. То есть, если мы с вами разберем деку, то есть с нижней части здесь будет такая заглушка стоять. Если ее снимаем, то там будет стоять две пружины. Переднее освещение сделано необычно. Стоят две фары. Сейчас мы, кстати, их включим. Вот такие две фары. Они, кстати, управляются. Направление можно делать. Как вам удобно. И так, и так. Но освещение, как сказать, так себе, но лучше, чем ничего. Передняя подвеска тоже отрабатывает. Подножку берем. Слушайте, ну подвеска на самом деле, ребят, просто космос. Кстати, подсветка у нас еще здесь с двух сторон идет, диодная такая. Красивая лента, стильная. Приезжайте, друзья, попробуйте покататься.
сами ощутите, познакомитесь с этим самокатом поближе, свои эмоции получите. Я уверен, что вам тоже он очень понравится. Ну что, давайте с вами перейдем, кстати, к рулевой части. Посмотрим руль. Руль у нас, кстати, с вами идет цельный, не складной, то есть без каких-либо там оттяжек, грипс и так далее. То есть обычный так, велосипедного формата, что с одной стороны и плюс, потому что никаких люфтов у вас здесь не будет. Интересная реализация ключа. То есть как такового вольтметра здесь нету, но есть такой ключ. Вот такое вот решение. Два ключа, поворачиваем. Бортовой компьютер у нас с вами включился, находится интегрирован вместе с рукояткой тормоза. Тут мы с вами видим пробег, режимы скоростей, спидометр, заряд аккумулятора, звоночек у нас тут стоит. Тормоза, кстати, у нас с вами идут механические, но эта механика, она очень крутая, очень хорошо отрабатывает. Сразу, когда перед покупкой настроить их под себя, ну, отрабатывает просто сказочно. Что касаемо держать телефон, кстати, в комплекте он не идет. Ну, покупая наш магазин, вы его так получите в подарок. Что касаемо управления меню, у нас здесь мы с вами видим, давайте, это включение света, отключение. Нижняя часть, это у нас здесь на бортовом компьютере мы с вами видим режим бортового компьютера, одометр переключается. Сверху у нас режим скоростей. Здесь две передачи. Почему-то две, непонятно. По идее, должно быть три, как всегда бывает, но вот нажимаем. Всего две. И курок газа. Курок газа, реализация сделана формата джекхот, формата куга. То есть такой простенький, кстати, ну, удобный на самом деле. Что по самокату скажем еще? Вот по люфту. Люфт рулевой колонки, если вдруг у вас появляется, то что с завода он приходит, да, видите, он болтается, да, вот немножко. Вот здесь с шестигранником, который в комплекте идет, подтягивайте, никакого болтания у вас оно не будет. То есть люфт, он устраняется легко шестигранным ключом. Что касаемо силового, все кабеля у нас уходят с руля в рулевую колонку. Здесь у нас все это выходит, здесь у нас всякие дырки, в принципе, достаточно, как и спереди также. Прям логотип по Сибири, все по-серьезному. И силовой у нас уходит сюда в деку. Здесь незаметно, но лучше все равно. Я, друзья, рекомендую прогерметить, сделать гидроизоляцию на самокат. Неважно, какой это у вас будет. Так, диск у нас с вами 140-й идет. По крыльям у нас реализация похожа тоже на G2 Pro. Вот, но немножко оно по-другому, то есть ниже опущено, тем самым защищая от передних брызг, от переднего колеса. Ну, посмотрим, как будет, конечно, влажную погоду вести себя. Сзади у нас с вами габарит стоит, он же стоп-сигнал. И мотор-колесо. Мотор-колесо у нас с вами 800 ватт номинальной мощностью. Смотрите, как сделали сингл 2014. Кстати, White Siberia, смотрите, они взяли, знаете, за основу, скажем так, в маркетинге какая-то такая фишка. Как я понимаю, основание компании White Siberia. Как вот у компании Minimotor, знаете, да, Dualtron и там Speedway, они везде пишут сингл там 1999 года, да, то есть создание компании Minimotor, корейский бренд. Тут White Siberia решила тоже к таким подходом, я как понимаю, написать. Вот интересно, а гравировку какую-то они пишут. А, ну да, вот, посмотрите, друзья. Вот здесь у нас под задним диском скрывается вот 48 вольт, 800 ватт серийный номер. Сейчас камера попросит фокусироваться. Ну что, друзья, по самокату мы с вами пробежались, поговорили. Сейчас поедем кататься, замерим обязательно скорость, поделимся своими впечатлениями.
По моему мнению, что по самокату, да, то есть я уже на нем ранее немножко покатался, скажу свое просто мнение. Самокат на самом деле на что мы там остановились, сейчас просто звонок был, немножко отвлекся, звонил наш постоянный наш клиент, который интересуется, там, покупает у нас периодически технику, Андрей. Кстати, Андрей, привет, обещал вам привет передать. Вот. Что касаемо по самокату. На самом деле сравнение у меня сходство по этому самокату больше к Ninebot Max. То есть именно по дизайну, скажем так, конечно, у него в принципе аналогов, кроме как вот, вот этой части, как G2 Pro, аналогов нету. Но вот все равно ассоциация по габаритам, по характеристикам, ну, частично, да, чем-то он у меня сразу сложился мнение по Ninebot Max. Но Ninebot Max... Преимущество этого самоката на Ninebot Max это то, что здесь имеется подвеска, у Max этого нету. То, что здесь у нас с вами, безусловно, да, то есть это тормоза, тормоза просто космические. Приезжайте, друзья, к нам в магазин. Кстати, магазин у нас находится на метро 1905 года, 200 метров от метро, торговый центр «Электроника» на Пресне, синяя линия, павильон B20-22, работаем каждый день. Ждем вас на тест-драйв, покатайтесь. Поделитесь своими впечатлениями, расскажите нам о них, как вам самокат, понравится, не понравится. Так вот, то есть в этом плане он, конечно, выигрывает. Что касаемо проигрывает, то это, наверное, все-таки в весе, потому что вес самоката Max составляет 20 килограмм. Данный самокат весит на 3 килограмма, получается, потяжелее. Вот, поэтому, безусловно, друзья, выбор за вами. Я вам не рассказал немножко свое мнение, свое впечатление. Сейчас пойду покатаюсь, замерю скорость обязательно мы с вами. Ну и видео это приложим. Также замерим сейчас габариты. Ну что, друзья, вот я выехал сейчас на тайге в Айт-Сибири. Пытаюсь с вами сейчас поделиться своими впечатлениями, эмоциями от поездки на этом самокате. Нравится, сразу скажу, это подвеска. Просто огонь. За счет того, что, во-первых, помимо того, что надувные колеса, да, еще великолепно отработает эта подвеска. И даже вот сейчас еду, вы видите, да, что дорога здесь не ровный асфальт, да, а выложена плиткой. И едешь, и практически ничего не чувствуется. Что касаемо динамики, как таковой динамики, да, то есть прям молниеносной у него нету. Но в своем классе, в своем сегменте, да, то есть достаточно он неплох. А в своем сегменте, по моему мнению, опять же, да, то есть его можно отнести к рядам Ninebot Max ближе, я так думаю, потому что по характеристикам, да, то есть по габаритам своим, да, то есть, ну, как-то не знаю, у меня сразу первая ассоциация была вот на самом деле вот Ninebot Max. Вот не знаю почему, вот у меня такое мнение сложилось. Вот, но плюс у него этого самоката над Ninebot Max в чем? Первое, это, безусловно, подвеска. Она имеется, у Ninebot Max, как вы знаете, друзья, ее просто нет. Там только надувные колеса. Дальше. Тормоза. Тормоза просто космос, на самом деле. Не гидравлика, механика, но она отрабатывает просто великолепно. Далее, что касаемо гидроизоляции. Штатная гидроизоляция тоже очень великолепная, но, конечно же, рекомендую делать дополнительную на всякий случай, если планируете ездить все-таки в дождливую погоду на время, лучше делать гидру. Но как здесь все собрано, как все собрано, аккумулятор, как он упакован, да, то есть здесь, конечно, все на высшем уровне. Единственное, что я бы сюда, конечно, в этот самокат, вот, не знаю, почему в Айт-Сибири поставили контроллер 18 амперный, да, то есть я бы поставил бы все-таки 25. Например, вот. Динамика, конечно, была бы совсем другая. Опять же, по скорости, здесь, если вы помните, у Ninebot Max у него максималка разгоняется до 25, да, там, ну, если говорить о данной модели, то она, конечно, побыстрее будет. Вот я здесь в горку, он тянет нормально, в принципе, неплохо. Просто я, если честно, больше привык к самокатам полноприводным, но люблю вот эту, да, то есть быструю езду, то есть с места подрывался. Вот сейчас горку заезжаем, спокойно вытягивает, скорость набирает. Радиус поворота, кстати, очень хороший руля.
Так вот, отошел в сторону немножко. Привык просто к полноприводным, поэтому всегда хочется, ну, точнее, рассчитываешь и планируешь, и думаешь, что сейчас ты получишь ощущения просто какие-то космические, да, то есть в плане езды. Вот. Но моноприводные, они отличаются, в том числе динамика от полноприводного. Другая динамика, другая езда. Поэтому как-то вот в таком формате. Вот здесь еще опять вот такая неровная поверхность. Еду, вот смотрите, да? Вот стыки, ямки, бугры небольшие. Проглатывает практически вообще незаметно. Вот что вот подвеска, конечно, в Айсибири молодцы. Надо отдать должное. На самом деле данный самокат, он больше подойдет для городского режима, да, то есть и пересеченной местности в том числе. Но нужно понимать, что от него не нужно ожидать каких-то больших скоростей. Все-таки не тот самокат. Так, а что по самокату еще, кстати, хотел сказать, мне понравился очень у него дизайн. Сделано креативно. Очень интересно достаточно. White Siberia долго, как говорится, держал в секрете разработку свою секретную. Сейчас, кстати, хочу на одном спуске проехаться, попробовать посмотреть подъем, как он поднимет в этот подъем его. Но учитывая того, что на этом подъеме отработал, на удивление, Kuga M2, я думаю, что White Siberia просто залетит. Пороны дороги, ну это как по маслу просто, и едешь тут прям вообще. Была бы везде такая ровная поверхность, ровная дорога, ровный асфальт. Просто Собянину можно было тогда сказать точно спасибо тебе, чувак, что сделал нормальные дороги. А то кусками где-то что-то положили, поставили, да и на этом все, ездить как хотите. На самом деле, я вообще не понимаю, если честно, почему вот не развивает у нас такая инфраструктура нормально, подзарядки для самокатов, да, то есть все-таки у нас уже самокатчиков достаточно большое количество, можно сказать, маленькая армия, и можно было бы спокойно, на самом деле, как-то поднять такой вопрос. Я думаю, что у нас большое количество людей, которые проголосовали бы, поддержали бы там такие проекты, чтобы хотя бы как минимум в больших городах миллионников начать массово устанавливать места, где можно позаряжать спокойно самокаты. Подзаряжать самокаты, да, то есть где-то, вот как в Китае, например, там в каждой провинции практически, да, то есть в том числе присутствуют помимо подзарядки, есть такие боксы называемые, да, они стоят, вы туда подъезжаете, у вас скутер, самокат. Вы подъезжаете, ну там, если касаемо скутеров, там определенные модели, в большинстве случаев они распространены, и у них там одного формата, скажем так, аккумулятор стоит. Вы подъезжаете к этому там модулю, там модуль может стоять из 20, там 50 отсеков, платите какую-то там денежку небольшую, засовываете туда свой нерабочий аккумулятор и забирать оттуда, точнее не то, что нерабочий, а разряженный, забирать оттуда заряженный, вставляете свой аппарат и идти катать. Вот это я понимаю. Ну что, вот подъем. Мы встали, с места поехали. Что, поехали. Едем, едем, едем. Ну что, могу сказать. Вяленько, но мы едем. Спокойненько. Никуда не спеша. Ну, мы тянем. На бортовом компьютере показывает 17 километров. Мы разогнались в горку. Просадка, конечно, чувствуется. Было 3 отделения, сейчас 2. Но, опять же, мы выехали не на полном аккумуляторе. Поэтому я думаю, что здесь просто вот сейчас немножко под нагрузкой он просел. Ну что, угол наклона достаточно большой. Вы сами все это видели. Мы заехали... Спокойно заехали на подъем, но скорости большой не было, само собой. Я это не ожидал. Интересно было, просто заедем или нет. В
Не, мне самокат очень понравился. Так, друзья, кстати, габариты мы с вами обещали измерить. Габарит у нас от ручки до ручки 58 сантиметров. Высота у нас с вами получается, у нас с вами выходит 104 сантиметра. Так, ну измерим с вами длину самоката. Так, длина у нас с вами, если по крылу, 116 сантиметров выходит. Все, габариты измерили, клиренс измерили, все. Друзья, смотрите, знакомьтесь. Ну, а вам спасибо большое за внимание. Спасибо, что вы с нами. С вами был ваш верный друг и коллега Станислав. Всем удачи желаю. Всем пока.